Тебя за честь оказанную служить Тебе, Царю царей, Господу, который господствует и никогда свое господство никому не передаст. Но я благодарю Тебя, что Ты захотел его разделить с нами. Я благодарю Тебя, что Ты назвал нас своим именем и ввел нас в присутствие своего царства, присутствие света, присутствие жизни и мира. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за дары, которыми Ты наделяешь каждого из нас. За щедрость Твою благословен Ты, Господи. Мы благословляем это время общения, чтобы Ты сам разделял с нами то, что называется Твоей истиной. То, что делает нас свободным, когда мы познаем ее. Поэтому я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты даешь нам сегодня прикасаться к глобальным вещам, чтобы знать, что мы делаем, как это делать, когда это делать и для чего. Чтобы каждое действие в служении, оно было не просто осознанным, оно было сделано с решением сердца. И я хочу благословить каждого человека, кто в своем сердце уже принял это решение. Идти за Тобой, идти по этой жизни. Отец, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, потому что Ты на самом деле тот, который был, который есть и который грядешь. Я благодарю Тебя, потому что у нас есть право сегодня сделать этот выбор и подтвердить его документом. Документом в духовном мире. И пусть, Господь, будет поставлена Твоя печать. Пусть будет поставлено Твое благоволение на решение каждого человека, который в Твоем присутствии созревает. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты тот, который творишь все новое. Будь благословен в этом времени общения. Пусть каждое слово, которое будет произнесено, будет ложиться на сердца, как почва приготовлена. Я благодарю Тебя, что могу благословить каждого человека осмыслением и даже, может быть, переосмыслением того, что уже было сделано или то, что еще надо сделать. Я благодарю Тебя, Дух Святой, потому что Ты чудный, Ты верный, Ты единственный, кто можешь спасать. Ты единственный, кто можешь дать это право заключить завет с Тобой. Если бы Ты не открыл нам свое сердце, то каким образом мы могли бы это сделать? Но сегодня небо, оно на нашей стороне. И я благодарю Тебя, что Ты даешь нам встать на эту позицию небес на земле. Благословен Ты, Господи. Благословенные дела Твои, намерения и планы Твои, которые не могут быть остановлены. И мы благословляем и вечер сей, и грядущее событие, чтобы оно действительно было благословением для каждого человека, и небо пусть будет в этом участвовать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Всем добрый вечер. Итак, друзья, начну немножечко с того, на какой территории мы вообще живем. Есть у нас сегодня люди верующие, есть неверующие, есть посвященные оккультизму. Как бы три категории. На самом деле две. Есть те люди, которые уже осознанно пошли за демонической природой, есть осознанно идущие за Богом, а есть категория людей, которые думают, я ни за кем, я сам по себе, я сам себе режиссер, я сам себе строитель судьбы, и вообще никому не обращался и не совсем собираюсь. Такая категория есть, и может быть каждый из вас когда-то в такой категории был. Так вот, хочу сказать, что забор отсутствует. Вот в этих категориях. Как вы знаете, есть такая притча, если так можно ее назвать. Человек, который говорил, что я ни за кем не пойду, у меня есть, вот есть территория дьявола, есть территория Божья, а я на заборе, вот между этих территорий, там просижу. Но когда наступил момент каждому предъявить права на территории, то дьявол пришел за забором. Он говорит, как? Этот же никому не принадлежит. Он говорит, нет, забор как раз мой, я его строю. Потому что Бог заборы разбирает, а дьявол их строит. И поэтому, если кому-то кажется, что я могу отсидеться на заборе, таких ситуаций быть не может в духовном мире. Там есть только две категории людей – спасенные и не спасенные. И причем знают люди об этом или не знают в смысле не спасения, автоматически спасение произойти не может. Как автоматически мы не можем родиться, то есть это все равно где-то процесс достаточно длительный, и еще и для кого-то это болезненный процесс. Поэтому в любом случае рождение там задействован кто-то, чтобы мы родились. А поэтому, когда мы говорим о рождении свыше, то это тоже процесс, за который было уплачено. Уплачена цена. И поэтому быть человеком, который ходил по земле и просто был рожден на землю, это не дает нам права рассчитывать на спасение.
Но спасение начинается с точки отсчета, когда я начинаю слышать о том, что кто-то за меня заплатил цену. И вот эта цена, уплаченная кем-то, надо узнать, кто же за меня эту цену уплатил. И насколько она на самом деле серьезная. Потому что если кто-то говорит, да я заплачу за тебя, не переживай, живи как хочешь, там разберемся. Это обещание, не имеющее основания. Поэтому должно быть основание, что кто-то заплатил цену, которая устроит небо. И такая цена была положена только Иисусом Христом. Поэтому, когда Он эту цену положил, почему? Сам Он был без греха, и Он мог искупить человека как высшее творение Божье. Другими словами, посмотрите, если человек высшее Божье творение, то все, что было сотворено до человека, после человека, если оно что-то творилось, оно все под его властью, под человеческой властью. Потому что Бог назвал человека, нас с вами, венцом своего творения. И все положил под его ноги, отдав ему власть над рыбами, над травой, над животным миром, над атмосферой в определенной степени, посадив его вот в этот климат, да, где человек может жить, вот это он отдал ему под власть. Соответственно, когда венец творения упал, кто же может его выкупить? Животные нет, рыба нет, растительность нет. Человек, самое высшее творение, все, что было ему подчинено, значит, то, что ниже, его выкупить не может. Это может быть что-то выше, а выше остался один Бог. И поэтому искупление и осталось на доле самого Бога. Так как Он Дух, Он не может себя, так скажем, отдать, то Он одевает себя в плоть в виде Иисуса Христа, дав Ему полномочия неба, дав Ему тело человеческое. И вы знаете, самая большая победа произошла именно там, на Голгофе. Почему? Потому что дьявол хотел избавиться от Христа побыстрее. И он его гнал на смерть с самого рождения, даже до рождения. Он уже поднял шум вокруг, чтобы ее по закону Марию должны были побить камнями, когда узнали, что она беременна. И, соответственно, он постоянно делал то, чтобы ее убить. И его, Иисуса в том числе. Только родился избиение младенцев. Но вот наступает вот этот эпицентр, да, жизни Иисуса. Ему надо зайти на Голгофу. Что произошло, когда он там оказался? И почему толпа вокруг закричала: «Сойди со креста, и мы в тебя уверуем». До дьявола дошло. Что произошло? Но уже там дошло. До этого он гнал поскорее. А как там он оказался прибит, вдруг он видит, грехи всего мира ложатся туда. Беззакония всего мира, проклятия легли на него. И он кричит: «Сойди со креста, не надо тебе этого, мы все уверуем, только сойди». Понятно, он не сошел, потому что надо было полностью довести до конца дела. И он это сделал. И поэтому, когда мы предстаем пред Иисусом Христом, или вообще пред небом, то задается вопрос, и задастся он каждому: почему я должен тебя принять? Потому что я верю. Кровь Иисуса Христа была за меня. Цена уплачена. Мои грехи там, мои беззакония там, мои проклятия там. Все, что до сих пор меня могло каким-то образом держать, болезни мои там, они все там. И поэтому я прощен. И вы знаете, за эту истину, который мы сегодня принимаем так легко, оправдание по вере, очень многие люди до нас, 500-600 лет назад, положили свои жизни. Ян Гус был убит за это, на костре сожжен, что он сказал, что оправдание верой человек получает, а не зарабатывает индульгенциями, как это было в одни Мартина Лютера. Мартина Лютера чуть не убили, слава Богу, он смог совершить реформацию до конца. Это была цена, друзья, чтобы мы сегодня узнали, на самом деле, что человек прощается не своими делами, не своими усилиями, а потому что это жертва Христа, и она за нас. Второй важный аспект – это как раз крещение, о котором мы сегодня уже с вами и пришли говорить. Потому что крещение – это уже заветные отношения с Богом. И 400 лет назад, поменьше, чем вот ту истину, которую сейчас вам назвала первой, 400 лет назад вторая истина – крещение – осознанный возраст, когда человек принимает решение: я хочу заключить завет с Богом. И вот этот завет не может младенец принять решение. За него могут принять решение, но ребенок будет расти сам, у него будут свои мысли, у него будут свои чувства. И я думаю, что даже из тех ребят, вот, которые прошли через какие-то круги ада, есть те, которые крещены в детстве. Есть среди вас кто-то крещенный в детстве?
Да, есть, но оно почему-то не дало силы, потому что это не было решением. С другой стороны, конечно, слава Богу за родителей, которые сделали это движение своего сердца, чтобы посвятить Богу от начала, не понимая, может быть, кто такой Бог, не зная, как с ним выстраивать отношения, но они все-таки к чему-то святому хотели отнести и добавить доброго в вашу копилку. И за это тоже, слава Богу, и это могло сработать, но не как крещение, а как возможность большей гарантии, что ли, что Бог будет работать с вами. Он это и сделал. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что то крещение, которое мы принимаем или предлагаем принять, это осознанный выбор заветных отношений. Заветные отношения. Это тогда, когда есть две стороны. Невозможно иметь завет в одиночку. Ну, сам с собой можешь, конечно, договориться, но это не завет. Завет, когда мы заключаем с кем-то. И есть две стороны завета. Та, с кем мы заключаем, и наша сторона. И нам надо понимать ответственность двух сторон, особенно свою. Когда мы узнаем Божью часть, то для нас это открытые возможности в заветных отношениях. Поэтому если посмотреть на историю, то почему я сказала, 400 лет назад только пришло это крещение в возрасте, когда человек осознанно может это делать. Это движение уже после реформации возникло, и называлось оно анабаптизм, потому что баптизм – это крещение в переводе. Ана – вновь крестить. Поэтому люди, которые были в детстве крещены, до них дошло, что им надо осознанно принять крещение. И они стали об этом говорить. Цвингли и многие другие, может, вы услышите эти имена в истории, они стали это продвигать. И, по крайней мере, движение баптизма, анабаптизма возникло тогда. И мы сегодня уже унаследовали тоже положенную цену кем-то. Их за это называли еретиками, их отлучали от церкви, их просто топтали с грязью за то, что они говорили, мы хотим принять крещение осознанно. Они говорили, что вы не можете делать крещение ничтожным то, что было раньше. То есть, что только они не слышали в свой адрес. Мы сегодня эти вещи уже проходим легко, потому что цена была положена. И мы берем сегодня эту возможность. И я хочу, чтобы она была действительно осознанна. Так вот, завет, который в богословско-религиозном словаре, если так можно его назвать, это торжественный обет или договор. Обычно между Богом и человеком. Торжественный обет или договор. Договор, как я уже сказала, имеет свои содержательные стороны. И поэтому нам надо посмотреть, какой договор нам предлагается подписать этим актом крещения. Мы точно не можем сказать, в какой момент записывается имя человека в книгу жизни. Но, по крайней мере, мы можем прочитать такое слово из Марка, 16 глава. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот это первая, да, точка прикосновения с истиной, с информацией. Проповедуйте. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот не сказано, кто будет веровать здесь, в данном случае. В других текстах мы читаем, если будешь веровать и устами исповедуешь, то спасешься. Здесь это взаимосвязано с крещением. Почему? Потому что человек, который услышал добрую весть и узнал, что кто-то за него умер, следующий нормальный логический шаг, я хочу с этим человеком, если бы можно было так сказать, да, в данном случае с Иисусом, иметь более тесные отношения. Я хочу узнать, а кто же он? Я хочу знать, что он хочет. Если он за меня уже заплатил, то мне тоже хочется узнать, какие возможности открываются в нем и что он от меня ожидает. Поэтому это нормальное, естественное, доброе состояние движения сердца узнать и эти взаимоотношения закрепить. Поэтому кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Очень конкретно, очень понятно. То есть человек не от того, что ты что-то сделал или не сделал, будешь осужден, а от того, что ты не поверил, что жертва за тебя положена, цена уплачена. Но, слава Богу, это не про нас, потому что мы уже поверили, раз мы здесь, и можем об этом говорить. Так вот, друзья, завет для современного уха не совсем привычное слово. Договор быстрее мы поймем, о чем речь. Завет не совсем. И поэтому здесь хочется привести несколько заветов, которые были в Ветхом Завете. Во-первых, Ветхий Завет, Новый Завет, да? Это переводится Ветхий Договор и Новый Договор. Ветхий Договор – это то, что было сказано с предыдущими поколениями, с евреями.
Мы к этому отношение имели постольку, поскольку язычник мог стать евреем после определенных процедур, но все-таки это их называли еленами в результате, то есть те, которые пришли от греков или еще от кого-то и стали евреями. Но не это нам сейчас предлагает Христос, Он нам предлагает стать просто спасенным человеком. Не идти в еврейство, мы можем ценить евреев, мы можем пользоваться их ресурсами, но не становиться евреями по большому счету. Но все-таки я хочу сейчас некоторые привести на память вам, если кто-то читал Библию, на память несколько имен. Ной. Бог заключил с Ноем завет. И сказал Ною о том, что он построил ковчег, и таким образом он будет спасен. И вы знаете, меня удивляет то, как вообще Бог смотрел на потоп. Мы с вами смотрим это как суд, и это судом было. Но оказывается, потоп – это еще и крещение. Знаете, это удивительно. Крещение для тех, кто погиб. В Ветхом Завете люди, которые уже не знали Бога. И почему я могу так сказать сегодня? Это где-то, вы знаете, такая мысль на уровне революционной. Я сейчас это прочитаю в послании Петра. Это как раз, чтобы нам понять, что для нас является крещение сегодня. Первое послание Петра. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеи, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». «Был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он, нисходящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и ныне нас, подобно сему образу крещения, подобно сему образу, там было крещение, сейчас образ, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошел на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы». Так вот, обратите внимание, может быть, вы на слух не уловили, я поясню. Иисус сошел, вот в момент, когда он был убит, распят на кресте, его дух, он не ушел сразу к Отцу. Хотя он сказал, руки твои предают дух мой. Но был момент, когда он опустился в преисподние места земли. И он опустился туда, чтобы забрать ключи ада и ключи смерти. Он это сделал. Но помимо того, что он забрал ключи от мастерской и кузницы дьявола, он еще проповедовал людям, которые были потоплены во время Ноева потопа. Вы представляете, сколько там было потопленных людей? Все человечество тогда было затоплено. Они уже крещение, оказывается, приняли при смерти, а потом получили информацию. Вот у них только наоборот получилось. Удивительно. Просто удивительно, насколько Божьи суды дают выход. Вот нам это в разум может не входить, а вот, по крайней мере, здесь одна строчка, но она показывает о том, что это был образ крещения. И каждому человеку, кому надо заключить завет с Богом, надо пройти через воды. Почему, друзья? Потому что воды, которые, вот мы говорим, крещение, это не окропление, это погружение, это значит оставить там предыдущую жизнь. Как захоронение, как погребение. И поэтому сказать, да, вот все то прошлое, оно там осталось. Это не значит, что не надо работать над характером. Это не значит, что не надо работать над личностью своей. А это значит, что у меня появляется новая возможность писать новые страницы. И мне дает Господь не просто очищение, а связь с источником силы, с благодатью, чтобы мне выходить победителем. Вот в чем, друзья, суть, вот в чем сила. И более того, в данном тексте, который я сейчас прочла, еще раз прочитаю эту строчку из первого послания Петра. «Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, ни плотской нечистоты омытия, то есть мы душ принимать будем дома, это не душ, но обещание Богу доброй совести». Вот что мы обещаем, друзья. Добрую совесть. Что это такое? Это не значит, что у тебя никогда не будет возможности, там, или, так скажем, права на то, чтобы ты согрешил и покаялся вновь. Здесь не об этом речь. Мы остаемся жить на земле. У нас остаются те звенья слабые, которые нам надо укреплять.
И поэтому момент покаяния, он с нами остается. Только благость Божия ведет человека к покаянию. Мы не можем это транжирить просто. Идти, делать все, что хочу, а потом сказать, а Господь простит. Не об этом речь. Здесь идет речь о том, что у нас есть голос совести внутри. И когда ты начинаешь делать что-то не то, этот голос совести тебе говорит, это часть Божья внутри нас. Когда он говорит, ты не можешь это делать, это тебе не надо делать. Другой вопрос, мы можем его заглушать. Третий вопрос, мы можем с ним как бы договариваться. Вот тут мы обещаем голос совести слушать. Вот в чем суть нашей стороны ответственности заветных отношений. Господь, я не буду заглушать голос совести, я буду его слушать. Я обещаю тебе добрую совесть, то есть не сожженную, не ту, которую я перекрою горло, а ту, которую я буду слушать. И тогда, когда мы даем Богу такое обещание, Он голос совести начинает в нас возбуждать и поднимать. И для этого, друзья, я хочу, чтобы мы с вами поняли, что нам, и даже если умер голос совести от грехов предыдущей жизни, Бог его воскресит. Он даст этому голосу опять заговорить. Но мы теперь обещаем ему, чтобы этот голос слушать, принимать. Плюс к тому, конечно же, к нам соединяется, присоединяется или опускается, входит в нашу жизнь Дух Святой, который при рождении свыше уже имеет к нам отношение, а уж при крещении Духом Святым это еще добрая мера, которая входит в нашу внутренность, и, конечно, это тоже голос изнутри. Теперь я хочу еще сделать некоторые параллели. Завет, который Бог заключил с Ноем, я сказала, и он сказал после этого, что теперь сеяние и жатва день и ночь не прекратятся, и радугу дал, вы можете прочитать потом в книге Бытие, радугу дал, как заключенный завет с Ноем и вообще со всем человечеством. Затем Бог заключил завет с Авраамом. Это был еще особенный человек, особенная судьба для каждого из нас. И там Бог заключал с ним практически дважды завет. Один это через обрезание, а второй, когда он дал ему повеление рассечь животных. И вы знаете, сила завета заключалась в том, что вот когда рассекалось животное, то таким образом всякая сторона завета говорила, если я не выполню свою часть завета, я буду также рассечен. И представьте, Бог дал такое обещание, такой обет Аврааму, пройдя через это животное, своим присутствием. И потому он заключил завет с Авраамом так, что вот Авраам, я тебе обещаю, у тебя будет сын, я тебе обещаю, что твои потомки, они выйдут из Египта, я тебе обещаю, что я дам тебе земли народов, то есть все это Бог дал вот в этих заветных отношениях Аврааму, как своему представителю. Затем, если мы рассматриваем уже человеческие взаимоотношения, завет Иоаннафана с Давидом. Это тоже был завет, но на уровне человеческом. И вы знаете, когда мы говорим о крещении и завет крови, когда кровь присутствует, то завет раньше кровный заключался. И до сих пор некоторые заключают кровный завет. И вы знаете, мы сейчас молимся, когда за людей на энкаунтерах особенно, и когда мы начинаем задавать вопросы, были ли какие-то кровные заветы, сначала люди говорят нет, но потом, когда Дух Святой начинает приводить на память какие-то вещи, вдруг вспоминают, ой, а мы в детстве вроде бы играющие, но заключили завет там с дворовыми мальчишками или ребятами, да, или с класса, или там друзья, мы заключили завет. И вот вы знаете, когда начинаешь слышать эти вещи, и говорят, вот депрессия приходит, еще что-то, а потом узнает, несколько человек уже из этих заветных отношений умерли по какой-то причине. Уже этих людей нет. А теперь дух смерти имеет реальное отношение к тем, кто еще жив, потому что они в кровном завете. И это обязательно нужно разрушать, потому что такие кровные заветы нам ничего доброго не принесут. У нас есть один кровный завет с Иисусом, который в своей крови нас защищает. Но у людей на слуху есть понятие кровного завета вот таким образом. И раньше индейцы, которые населяли коренное население Америки, когда стали европейцы заселять эти территории, то они встречались с племенами, которые при встрече поднимали руки. И подняв руку, они не приветствовали европейцев, а тем самым они показывали, посмотри, со сколькими племенами я в завете. У них на руке были несколько надрезов. И, соответственно, количество надрезов – это количество племен, которые будут за него сражаться. И таким образом он показывал своему неприятелю, ты хочешь меня тронуть, ты будешь иметь дело со всеми племенами, с которыми у меня кровный завет.
Так вот, для нас это очень хороший образ, друзья, потому что Иисус дал пронзить свою руку, именно руки, да, и ноги. И таким образом Он сказал, вот это Я в завете с вами. И когда мы начинаем какие-то вещи в своей жизни иметь как давление из духовного мира, как определенную претензию на нас, и говорит, а что ты решил? Такой ты святой стал? Ты еще вчера только там кололся, ты еще вчера только блудил, ты еще вчера воровал. Ты что, святой такой стал? Поднимай руку и скажи, Я в завете. 11:25, также и чаша после вечери сказал, это то, что у нас вчера было как причастие, это чаша Новый Завет в моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. То есть завет мы таким образом подкрепляем практически каждый месяц, кто-то чаще, кто-то реже, но лучше делать это в системе. Мы подкрепляем заветные отношения. Мы осознанно говорим, Господь, я знаю, эта кровь лилась за меня. И поэтому там, где я проигрывал, я теперь имею силу, я теперь имею победу. Или, если еще не имел, дай мне твою благодать, чтобы я смог победить то или другое. Вы знаете, друзья, когда мы думаем, что мне надо самому скрепиться и там не согрешить, то часто люди именно на этом попадаются. Мне пришлось работать с одним человеком буквально перед его смертью. Это человек, который всю жизнь курил. И выкуривал он столько, такое количество, умопомрачительное количество сигарет. И вот он уже лежал с раком легких, уже последняя стадия. И его жена была из христианской семьи, но неверующий человек. И поэтому ни она, ни он не знали, как молиться. И пригласили, позвали, чтобы мы могли как-то с этим человеком перед смертью еще пообщаться. И когда я с ним разговаривала, а он уже жене говорил, потому что он не мог есть уже, практически не пил ничего, а курил. И курил он еще много. И она говорит, ну что ж ты себя губишь, ты еще сокращаешь свои дни жизни. А он говорит, оставь мне хоть это, у меня осталось одно только вот наслаждение в жизни, что я могу делать. И в конечном итоге, когда мы с ним говорили уже о Христе, понятно, что моя задача не была просто освободить его от курева, а привести его ко Христу, это самое основное, потому что ему остались считанные минуты или там дни. И слово, которое я взяла в основании из послания к римлянам, 10:13, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Спасется, друзья, это не просто спасение в вечности, это глобальное значение этого слова, но есть еще как бы второстепенное, но тоже важное значение слова «спасется». Это найдет выход, это выберется из ямы, это пройдет там, где раньше падал, это выйдет из темницы, то есть выйдет на свободу. И поэтому всякий, кто призовет имя Господне. И тогда, когда тебе дьявол может нашептывать, да кто ты такой, да почему ты решил, что тебя он услышит, почему решил, что он тебя простит, да даст силы, всякий. Ты можешь сказать, что я отношусь к числу всяких? Да. То есть, по крайней мере, все знают, что мы люди. То есть, отличим собаку от человека, обезьяну от человека, да? Вот всякий, кто призовет. Призвать может только человек. Мы люди, и к нам это слово имеет прямое отношение. Всякий, кто призовет, значит, я имею право позвать. И я этому человеку сказала, позовите Иисуса и скажите, как только захочется курить, скажи, Иисус, мне сказали, тебя можно позвать. Спаси меня отсюда, выведи меня отсюда. И когда он выслушал, говорит, вы знаете, я попробую. Я говорю, у вас будет победа. И на самом деле он прожил, по-моему, там около месяца, но он уже месяц не курил. Он еще успел принять крещение. И вот одной формулы, такой простейшей, но имеющей значение, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я хочу благословить вас этим инструментом, этим ключом, потому что тогда, когда захочется делать то, что делал, может быть, годами, главное не пропустить вот этого момента, призвать имя Иисуса. Иисус, помоги. Иисус, дай мне силы сейчас выстоять. Я не хочу опять валиться в пьянку. Я не хочу опять валиться в блуд. Я не хочу опять валиться в алкоголь или еще во что-то, или в сигареты. Помоги, Господи! Вот этого крика души и сердца будет достаточно. Поэтому завет крови – это очень сильное состояние, когда я за себя уже высвобождаюсь небесный источник, небесную силу. И еще есть несколько заветов, заключающихся крещением. Завет любви. Завет любви, который связан с вечной любовью, безусловной любовью. Это не потому, что я что-то сделал, меня уже не любят. Либо я что-то, наоборот, сделал, меня любят. Вечная и безусловная любовь – это то, за то, кто ты есть. То есть потому, что мы уже рождены на эту землю и рождены уже второе рождение имеем во Христе. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое
благоволение. Благоволение, друзья, это добрая воля Небесного Творца к человеку. И он простер благоволение, сказал: «Живи, живи, я тебе даю спасение». Это благоволение, связанное с любовью. Еще один завет, который нам надо... Я сейчас коротко о заветах. Может быть, когда-то мы проведем побольше подробно этот материал. Завет мира. Это тоже завет, который мы можем взять вот в основании заветных отношений в крещении. Завет мира, друзья, это завет, когда я могу жить без войны. Причем без войны глобально, в смысле территории военной, если война где-то есть, без войны на своей территории семьи, без войны с самим собой. У меня есть право жить в завете мира. И тут мы читаем несколько мест Писания, которые сейчас вам озвучу. Исаия 54. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Завет мира и милость идут рядом. Завет мира и милость. Мы все нуждаемся в милости. И потому завет мира – это когда у нас есть беспокойство внутри. Так важно сказать: «Господь, дай мне по завету мира сейчас сверхъестественный шалом». Потому что у нас есть разные ситуации, в которых нам по-человечески логика не дает заснуть, логика не дает нам успокоиться. Но когда мы говорим: «Твой мир, Боже, превыше моего ума, дай мне по завету мира твой мир». И это тоже важно, потому что именно часто люди, которые теряют вот этот внутренний стержень мира, сваливаются через, знаете, как говорят, успокоиться. Ведь употребляется это слово, да? Успокоиться, забыться и успокоиться. На самом деле никогда человек не может успокоиться тем, что называется подделкой. Мир, настоящий мир, может быть только с Богом, все остальное – это подделка. Тем более алкоголь никогда не сделает человека спокойным. Еще одно слово. «Завет мой с ним был заветом жизни и мира. Я дал его ему для страха. Он боялся меня и благоговел пред именем моим». Страх Божий – это тогда, когда мы ненавидим зло. То есть не бояться Бога и жить там где-то под лучиной какой-то, прячась от него, наоборот. Страх Господень, который возненавидишь зло – это и есть завет мира. То есть зло к тебе не приблизится. «Заключи с ними завет мира». И вот это мне очень нравится, дальше продолжение. Это из Иезекииля 34:25. «Заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». То есть тогда, когда Господь запретит животному миру каким-то образом нам повредить. Это тоже часть завета мира. Это часть крещения, которое мы имеем. И если мы знаем и им пользуемся, идете вы куда-то в лес, есть опасный змей или еще что-то, сказать: «Господь, я с тобой в завете мира, и ты запретишь вот этим животным или там пресмыкающимся меня касаться». И это работает, потому что мы в завете мира. Если мы знаем, мы это применяем. Поэтому скажи, это послание в книге чисел, «Вот я даю ему завет мира». Это человеку, который возревновал о том, чтобы блуд был забран из Божьего народа. И когда он вошел на эту территорию, ревностно очень поступил, Бог говорит: «Вот скажи ему, что я ему даю завет мира, потому что он возревновал о моей чистоте, а я его буду защищать. И будет он ему и потомству ему по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Это вот как раз продолжение этого текста. И еще есть одна часть завета, которой мы тоже очень коротко коснемся, завет соли. Завет крови, завет мира, завет любви, завет соли. Четыре практические завета. И вы знаете, сторона 4 – это полнота, вернее, цифра 4. Полнота имеется в виду сторон света. Полнота времен года, круглый, да, год заканчивается. 4. Поэтому 4 число в данном случае как завет, который тебя со всех сторон света, во все времена года будет защищать. И, соответственно, завет к соли, сейчас я прочту, он заключается особым образом с царями и священниками. Завет соли заключается с царями и священниками. И Бог нас видит уже в Новом Завете именно царственным священством. И когда мы понимаем, что мы царственное священство, то Бог с нами тоже хочет заключить завет соли. Книга чисел. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилева Господу, отдаю тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Это
завет соли, вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобой». Таким образом, вот здесь отмечен род священников. Когда Бог говорит: «Я буду обеспечивать вас, священники, это у меня особый завет соли с вами. Все, что будет приносимо в мой дом, оно будет иметь к вам отношение, потому что вы мои священники». Священники, как колено Левия, они не могли иметь поля, они не могли их возделывать, потому что они полностью должны были быть у скинии. И Господь говорит: вот это моя сторона, это завет соли, я вас буду обеспечивать. И еще, это касается уже теперь царей, когда Бог сказал о Давиде: «Не знаете ли вы», 2 Паралипоменон, 13 глава, «что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли». Вот почему Христос сказал: «Я соль земли», а потом говорит: «Вы соль земли». Потому что мы заключаем завет с Ним, а это завет соли. Как царей и священников, как обеспечение и власть. Это все заключается в самом крещении. Но, друзья, еще хочу некоторые вещи сейчас с вами обговорить по поводу того, как принимал крещение Иисус Христос. А потом мы подойдем уже к самой формуле крещения, которая, на мой взгляд, тоже является важной. Третья глава Матфея. С каким состоянием мы подходим к крещению? «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Первое состояние. Без покаяния крещения смысла иметь не будет. Почему я так, скажем, говорю это совершенно конкретно? Потому что крещение – это некоторый юридический акт, когда выписывается свидетельство. Допустим, кто-то очень хочет иметь ребенка, но не имеет. Либо потому, что не женился еще, либо не вышел замуж человек, либо есть семья, но по каким-то причинам люди не могут иметь детей. Можно написать сколько угодно свидетельство о рождении. Но будет ли от этого ребенок? Не появится. Но тогда, когда уже родился ребенок, выписать свидетельство о рождении — проблема не будет. Выпишут, зафиксируют, дадут имя и так далее. Поэтому, когда идет здесь речь о покаянии, это и есть момент рождения свыше. Если ты рожден свыше, можно идти дальше. Не рожден свыше — бесполезно. Нечего туда двигаться, в эту сторону. Оно не сработает. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение хидины, а кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вдруг он видит в них как раз нерожденную свыше природу. Это змеиное отродье, как было, так и осталось. И оно идет креститься. Увидев это, он говорит: а вы зачем это делаете? Я, конечно, могу вас окунуть, но вошел сухой грешник, выйдет мокрый. И все, разницы не будет никакой. Надо, чтобы была природа другая. Вот тогда, когда природа другая, как она происходит? Сотворите достойный плод покаяния. Вот где происходит рождение свыше. Достойный плод покаяния. Если кто для себя еще это не переживал, может тоже сказать: Господь, ведь я не могу сам себе это дать, но я могу попросить. Дай мне достойный плод покаяния. Увидеть на самом деле, а что же происходило со мной? Насколько я могу сегодня в этих вещах покаяться? Вы знаете, когда покаяние приходит от Бога, это покаяние, которое наизнанку выворачивает. Я, конечно, понимаю, что бывают и более легкие формы, и это тоже будет рождение свыше, но тогда, когда у человека есть вот этот момент встречи с самим собой при свете Божьего лица, это сильнейшая вещь. Это никогда не забывается. Ты реально знаешь, как ты себя ощущал в этот момент, что ты переживал. И вот оно, рождение свыше, новая природа, у тебя новые желания, у тебя появляются новые стремления, которые раньше тебе казались фанатизмом. И вдруг они стали твоей частью, ты думаешь: а как я вообще без этого дальше буду жить? Поэтому я благословляю тех, кто еще это не пережил, пережить. Сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. То есть какие-то оправдания не ищите. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. И дальше идет речь уже о крещении Иисуса Христа. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же одерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя. Посмотрите, как он видел там змеиную природу, а здесь божественную.
Как я тебя буду крестить? Ты же Бог в тебе находится. Как тебя крестить? Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть, если это надо было Иисусу, насколько это важно нам принять крещение, исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, не спускался на него. И все глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я уже говорила эту историю, что раньше в Израиле, может быть, и до сих пор какие-то фрагменты этого есть, но раньше, во время праздника, особенного праздника Бар-Мицвы, когда посвящался во взрослую жизнь человек, подросток, то должен был отец произнести эту фразу своему сыну, как минимум сыну. «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Ни родной отец этого не мог сделать. Поэтому Иосиф, как отец, или в данном случае отчим Иисуса, он не мог это произнести, потому что он не был родным отцом. И Иисус, до 30 лет прожив, не слышал этой фразы. Теперь в момент крещения, когда надо было всему окружающему народу дать знать, кто же его отец, небесный отец это заявляет. «Сей сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Для евреев эта фраза значит гораздо больше, чем для нас, потому что там узнал весь народ, кто на самом деле отец Иисуса. Но, обращаю ваше внимание, сразу после этого он оказывается в пустыне, потому что Дух его ведет после крещения в пустыню. Это, друзья, еще один важный момент понимания. После крещения будет определенного рода испытание. Ты на самом деле решил пойти за Христом. И испытание не Богом данное, а, хотя Господь это позволяет быть, но дьявол начинает испытывать. И вот что он говорит первую фразу Христу? «Если ты Сын Божий». Только что звучала фраза «Ты Сын мой возлюбленный». И сейчас мы говорим о том, что я рожденный свыше, я уже сын царя царей. Я дочь царя царей. То есть есть понимание, я уже им являюсь. Но после крещения могут прийти подобного рода мысли. А кто тебе сказал? Да правда ли это? С чего ты взял, что ты сын? С чего ты взяла, что ты дочь? Да посмотри, вот у тебя еще и те привычки остались, и эти привычки остались. То есть этот голос будет вам звучать в уши, но надо отреагировать, как это делал Иисус. Написано. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не так трудно эту строчку выучить. Послание к римлянам 10:13. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И поэтому, как только начинает звучать подобная фраза, я уже спасен. Христос мне дал эту праведность не по моим заслугам. И таким образом у вас появляется сильнейший аргумент закрыть рот дьяволу. Но если этого не делать, мысли пойдут дальше. И, соответственно, мысль, которая превратится в слово, слово в действие. И падение не за горами. То поэтому я хочу благословить тогда каждого из нас сейчас понимать, после крещения будет взвешиваться ценность этой монеты. Насколько ты на самом деле заключаешь завет осознанно. И эти искушения могут быть у каждого на своем уровне. Вы знаете, в моем случае это было так вообще никогда не предскажешь, как это будет в другом случае. И я тоже никак не предполагала, с какой стороны это будет у меня. Когда мне было 15 лет, я принимала крещение, и именно в этот момент я оказалась в учебном заведении, где комсомол, это была, так скажем, обязательная составляющая всех тех, кто учится. Я знала, что я в комсомол не буду вступать осознанно. И вот это мое решение внутреннее, я думаю, ну как-нибудь там группа большая, ну затеряюсь там где-то, не обязательно там спросят. Ну, не тут-то было. Не только что не спрашивали, там на каждом собрании меня поднимались, говорили, почему я не вступаю в комсомол. Я уже не знала, что придумывать. Я сказала, что комсомол без меня неплохо развивается. И говорила, что подождите еще, ну, по-разному. Но в конечном итоге это было в том, заключалось, что меня оставили после одного такого собрания классного и говорят, останься, надо с тобой поговорить. И первый вопрос, который мне задает куратор нашей группы, ты по убеждениям не вступаешь? И для меня это значило, если я говорю «да», то завтра я уже здесь не учусь. Потому что это было категорически. В педагогику христиан не пускали. Это советское время. Это 76-й год. И поэтому, когда это прозвучало, я понимаю, что все, если я сейчас говорю, а идти назад или вообще не знаешь, где теперь будешь учиться, это был просто, вы знаете, ну, на уровне для меня на тот момент, на уровне потери вообще всякого основания. Дальше что делать?
И у меня на весах, как казалось, лежало очень много. Я не знала, что мне избрать. Хотя внутри понимала, я не могу сказать, что не по убеждениям. Не могу, просто не могу. И вот эта борьба внутренняя, и тогда, когда я принимаю решение, я скажу «да», а дальше, Господь, я не знаю, что будет. Я только открываю рот, чтобы сказать «да». Как много надо времени, чтобы открыть рот и сказать «да». Мгновения какие-то. В этот момент стук в дверь. И нашу классную руководительницу звали Елена Петровна. Открывается дверь, говорит: «Елена Петровна, вас к телефону». Это Елена Петровна вскакивает, как будто ее кипятком ошпарили. Она убегает и кричит: «Ладно, потом договорим, все, иди домой». В общем, все. Я осталась еще сколько-то времени сидела просто в шоке, потому что я понимала, что я уже практически здесь не училась. Но все было решено. Господь царствует, да. Но тогда мне это надо было сдать, как экзамен. Сейчас это может быть со стороны его данного, да, времени, возраста и так далее, веса. Это все казалось мелочи, но там так не казалось. Там это казалось очень значимым. И, вы знаете, обернулось мне это потом таким образом удивительным, что я училась в этом месте 4 года, и на втором курсе, на третьем курсе вдруг меня вызывают при общем собрании всех студентов, поднимают меня, чтобы сказать, что вот какая-то претензия. Я училась на повышенную стипендию, я никогда не прогуливала, у меня все было хорошо, и вдруг меня поднимают как нарушителя. И слышу обвинение: она не хочет вступать в комсомол, хотя мы за эти годы не вернулись больше к этой теме. Удивительно, меня больше никто ничего не спрашивал, кроме вот этого собрания. И на этом собрании, когда это подняли, стали так как бы позорить, то завуч говорит: «Вы знаете, комсомол — это не та организация, куда надо тащить, поэтому если она не примет этого решения еще, вот у нее есть 2 года практически, то тогда это отразится очень серьезно на ее распределении, мы куда-нибудь ее зашлем». В общем, она, так скажем, хотела попугать. Я с облегчением вздохнула, думаю, ну все, от меня отстанут еще на последние 2 года. Но в конечном итоге получилось так, что эта завуч вела у нас педагогику. Очень меня полюбила. Естественно, забыла про этот случай, потому что столько студентов, там 300 человек было. И поэтому, когда в результате оказываемся мы на одной площадке, встречая высокую делегацию у нас, она позвала нашу группу вместе и сказала всем прийти со значками в парадной форме. Я пришла в парадной форме без значка. И она очень внимательно смотрела на место, где должен быть значок. И когда я подхожу к ней, она обнимает меня и говорит: «Дорогая моя, ты еще не в комсомоле?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Ну и ладно». Но когда наступил момент распределения, она меня позвала первую и сказала: «Выбирай. Вот перед тобой все адреса, перед тобой все возможности, выбирай». Знаете, Бог верен. Главное нам оказаться верными. Поэтому я вас не хочу напугать испытанием. Я хочу сказать: останьтесь просто в позиции «я иначе не могу». И тогда Бог даст силы. И тогда Он проведет. Если мы будем жить и бояться: «Ой, а в чем же меня будет Бог испытывать? А как же я? Сорвусь, не сорвусь?» Сорветесь вот при такой позиции. А вот если скажете: «Господь, я хочу духом Твоим укрепляться в моем духе. Я хочу Тебя познавать, я хочу Тебя любить, я хочу к Тебе стремиться всем своим сердцем. Помоги». Поможет, пройдешь испытание, может, даже не заметишь. А если заметишь, то это будет уроком таким хорошим и качественным для будущих побед. Поэтому благословляю вас, друзья, пониманием сути вещей. Следующее, что я хотела бы еще вам сказать, это формула крещения, как мы крестим. Я сейчас прочту из Матфея 28 главы то, что является привычным для людей. Итак: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни жизни, во все дни до скончания века». Так вот, мы крестим во имя Господа Иисуса Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему? В чем разница? И есть ли разница? Дело в том, что ученики, которые услышали это послание, ни один из них в Деянии апостолов так не крестил. Они все крестили в Деянии апостолов, можете найти, несколько мест Писания у меня здесь подобрано. Деяния апостолов 2:38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Это одно слово, Деяния апостолов 10:47-48.
Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа? В другом месте крестились они во имя Господа Иисуса. То есть мы видим деяния апостолов, они совершают именно крещение во имя Господа Иисуса Христа. В чем же разница во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я думаю, что все учились в школе и знаете, разница формула и уже вставленные значения в формулу. Если значение не вставить, формула не будет работать, потому что мы только по значениям узнаем, как работает формула. Поэтому здесь есть имя Отца, Господь. Он сказал, я Господь, и не дам имени моего иному. То есть он себя, хотя у него много, так скажем, потом еще проявленных имен, да, Иегова Рафа, Иегова Ира и так далее, но он Господь, как Господин над всем, Господь. Родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Поэтому есть имя у сына. Вот из нас все мужчины, здесь кому-то сыновья. Поэтому сын — это формула. Но есть у каждого сына свое имя. И у Иисуса есть имя, Спаситель. И поэтому мы крестимся в его имя. Во имя Отца, как Господа и Иисуса. Христос — помазанник, то есть Дух Святой. Помазание Духом Святым. Господь Иисус Христос. Все встает на свои места в этой формуле. К сожалению, люди, которые вот могут не задумываться о формуле, просто так, я не могу сказать, там, работает она, не работает. Конечно, в определенной степени люди понимают, что они это именно имеют в виду. Но когда мы читаем книги Откровения, где написано «И имя Его будет написано на челах их», то значит идет речь о невесте Христа, которая с именем Иисуса на своей голове. То есть невеста именуется его именем, потому что заветные отношения, они подразумевают обмен именами. Вот интересно, в момент завета Иоаннафан менялся одеждой с Давидом и оружием, а еще есть имя, можно поменяться. И завет, когда люди заключали, они либо добавляли имя, допустим, Давид Иоаннафан, могло быть такое имя, или Иоаннафан Давид, то есть когда имена добавлялись, либо вообще замена имен, то вот мы с вами становимся носителями имя Иисуса. Мы те, кто и Иисусу принадлежим, на нас Его имя. То есть как обручение, мы обручаемся с женихом, Его именем. Поэтому должно прозвучать в крещении имя нашего жениха. Господь Иисус Христос. Полное погружение и с этим именем. Когда будет совершаться молитва над вами во время крещения, там можно будет уже сказать около озера, веришь ли в Господа Иисуса Христа? Важно ответить «да», и тогда уже тот, кто будет крестить, говорит «крещу тебя во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов». И там же совершается молитва. То есть это такой уже формат, более техническая сторона, как мы это делаем. Еще важный момент, который мне хочется с вами обговорить, это исповедание. Смотрите, друзья, что мы сейчас с вами сделаем. Важный такой аспект. Я думаю, либо сейчас Сергей что-то добавит из того, что у него есть, а потом я перейду к этой части. Наверное, так. Если какие-то вопросы возникнут, лучше их задать. Побрызгаем историей. На самом деле для меня вопрос крещения, вопрос очень интересный, потому что я люблю читать, и этот вопрос меня очень сильно волновал. Уже будучи крещенным, я хотел понять, что совершилось. Потому что, когда мы читаем Писание, они написаны на греческом языке, и там слово «крещение» уже было написано спустя смерть Иисуса Христа, и уже христианство зародилось. И поэтому там слово «крещение» уже использовалось как в обиходе, как уже исполнение, о том, что говорила Ольга Дмитриевна, того завещания, которое оставил Иисус Христос для своих учеников. И когда я это читаю, я приставал к всем вопросам. Что делал Иоанн Креститель? Потому что слово «крест» в тот момент несло в себе только, я подчеркиваю, в момент Иоанна Крестителя, оно несло в себе только негативный оттенок. На кресте распинали разбойников. И даже Иоанн Креститель, по сути дела, это было бы вот в тот момент Иоанн разбойник, по сути дела, или по сути креста. Поэтому этот вопрос не давал мне покоя. Он не давал мне покоя, ой, я уж не помню, от 3 до 5 лет. Потому что крещение надо пережить. Крещение – это вещь, которую действительно надо пережить. Вообще крещение, что совершал Иоанн Креститель в тот момент? Он родился, как мы знаем, у Захария и Елизаветы. Захария, его отец, являлся из ветки Аарона,
священник, мы помним, что он совершал службу при храме, и там явился ему ангел, чему очень сильно, кстати, удивился Захария. Для меня это тоже был большой вопрос, как священник, находясь в храме, встретился с Господом, и очень удивился от этого, да? Но он действительно удивился. А его мама Елизавета, она была из другого рода, род не менее важный, это царский род Давида. Елизавета и Мария по этой ветке были родственниками. Иисус Христос и Иоанн Креститель были родственниками. А Иоанн Креститель родился за полгода до Иисуса Христа в 30-летнем возрасте, находясь, он родился и жил в районе Хеврона, находясь в 30-летнем возрасте, Господь призвал его совершать действия. Вот какие действия? В тот момент кумранское общество, так же как и секта Исеев, было три больших группы населения Израиля, фарисеи, саддукеи и Исеи. Исеи исповедовали и проводили в жизнь мысли, которые очень близки были в дальнейшем по учению Иисуса Христа. Их многие постулаты и термины, которые использовались, они были близки к тому, что потом говорил Иисус Христос. И поэтому Иоанн, находясь ближе к исейской форме в кумранской общине, очень много перенял от Исеев. И так он приходил к потоку, который в тот момент был ближе всего к нему, это Иордан. Он приходил в те дни, когда происходилось ритуальное омовение. У евреев есть ритуальное омовение, когда люди приходят к воде, именно проточной воде, не к озерам, не к морям, а именно проточная вода, опускаются, совершают омовение для визуализации того, что грехи прощены. Поэтому, когда Иоанн пришел туда, он пришел из общины, которая зрела в корень производимых действий, а корень заключался в том, что не внешнее нужно, а внутреннее. И поэтому все, что вот он говорил из того, что было находясь не в нем. Ребята, надо не внешнее менять, надо внутреннее менять. Поэтому то, что Ольга Дмитриевна говорила, нутром чувствуя людей, которые являлись, он назвал ехидными их порождениями, он почувствовал их нутро, что они готовы были совершить любое действие внешнее. А омовение и крещение – это не внешнее. То, что вы будете совершать, не внешнее. Это внутреннее. Происходит внутренняя вещь. Так вот, что происходит? Слово, которое написано «крещение», «погружение», «баптизм», как-то там вот так. Я не помню, честно, окончание греческое. Но оно греческое слово. Это греческое слово переводное. Поверьте, Иоанн Креститель не говорил на греческом языке. У них был арамейский. Я специально изучал, я поднял все словари, докопался до самой глубины. Итак, он совершал действие, которое состояло из двух слов. Действие, которое он совершал, состояло из двух слов. Первая часть слова составляла погружение, реальное погружение, второе – поднятие. Так вот, слово «погружение» на арамейском означало темноту и грязь. Иордан или Стерика. И то, что там происходило, это реальное погружение – темноту и в грязь. И это то, в чем человек должен был себя вдруг почувствовать. Вы знаете, какой глубокий смысл? Человек физически оказывался в том, что он был духовно, в грязь и в темноту. Поднятие на арамейском языке, два перевода. Одно – очищение, а второе, мне больше нравится, солнечное сияние. И когда было сначала темнота и грязь, потом было поднятие, солнечное сияние и грязь. И очищение. И это то, что происходит. Это по слову. И он это делал. Отдельный вопрос, насколько смиренный был Иисус Христос. Потому что в нем не было темноты, и поэтому Иоанн, зная это, вопрос не в том, что надо было погрузить Иисуса Христа. Мы говорим о внутреннем знании. Он знал, что представлял из себя Иисус Христос. Абсолютно четко. Поэтому он понимал, что его не надо в грязь, там нету в нем этого. И для него это был вопрос. Иисус смирился и сказал, мы выполним это для окружающих. Выполнили, сделали. И я долго спрашивал, что же такое крещение, Господь? Вот что они сделали? Что это по сути? И я нашел ответ. Ольга Дмитриевна говорила о том, что после этого Иисус был введен в пустыню. До момента крещения Иисус имел свободу выбора. Он мог сказать, что я хочу, я могу, я чего-то делаю. После крещения
Написано в Римлянам 6 главе 4 стих о том, что мы крестимся в смерть. Умирает наше «я». Вот это крещение и то, что делалось в тот момент, о чем говорил суть Иоанн Креститель, о внутренности изменения, он говорил, должна ваша внутренность умереть. Умереть ваше внутреннее «я». Если вы хотите быть святыми перед Богом, пускай ваша вся чернота внутренняя умрет. И так было в кумранских общинах, так было у Исеев. Это омовение совершалось именно с этим внутренним посылом. Поэтому, когда я получил этот ответ, когда мы совершаем крещение, когда я совершал крещение, когда вы будете совершать крещение, это очень важный внутренний шаг. Очень важный. До момента крещения вы спасенные люди. Но вы можете говорить, Господь, я буду делать свое. После крещения вы должны понимать, ваше «я» умирает, и вот то, что говорил Ольга Дмитриевна, вы должны быть чувствительны к тому, к зову совести, так называемой, который идет от Бога. О том, что Господь будет говорить, я хочу, чтобы ты пошел и делал то, то, то. И это очень важно, потому что здесь уже будут другие отношения. Умрет ваше «я», и вы в новое отношение с Богом входите. Он уже имеет право говорить то, что Он хочет от вас, чтобы вы сделали. Вот это сделал Иисус Христос, это сделал Он. После этого была пустыня, потому что Христос не хотел, может быть, идти в пустыню, но, написано, Господь повел и вышел в силе Духа. Гарантирована сила Духа. Дальше это вошло уже, я не хочу говорить это слово религиозное, обряд так нехорошо. На самом деле, дальше это вошло в принцип христианства. Священнодействие. Священнодействие, да. Это входит в принцип с первых шагов христианства. Мы можем смотреть, что первые апостолы это уже совершали осознанно. Самый второй описанный случай крещения, подробный случай, это Евнух царицы Эфиопской. Человек не иудей, человек, который читая Писание, Господь коснулся его сердца, и не просто коснулся, потому что он изучал пророка Исаия, именно ту главу, которая говорится о Христе, и апостол ему разъясняет, приходит к покаянию, говорит, что мешает мне. Дальше происходит, это входит в норму покаяния и крещения. Это две взаимосвязанные вещи. То есть для нормального христианина закладывается фундамент еще в новозаветной церкви. Это действие одно за вторым. И так передается из поколения в поколение христианство. Невозможно остаться одной ногой. Рано или поздно крещение должно прийти в жизнь каждого человека. Аминь. Если можно, Анют, листочки раздать, да? Для тех, кто будет принимать крещение, листочки возьмите, сейчас вот вам дадут их. Что мы сейчас делаем? Вот вопрос достойного плода покаяния, он будет связан с конкретными вещами. Значит, что мы сейчас сделаем? Я сейчас буду прочитывать те заповеди, которые позволяют нам обнаружить, в чем или что Бог называет грехом. Есть в послании к Римлянам еще одно выражение. Грех берет повод от заповеди. То есть, если бы не было заповеди, узнать, что это грех, не получится. Ну, все так делают, или кто-то так делает, или кто-то делает, кто-то не делает. И почему это грех? И многие люди сегодня так и живут с такой парадигмой, что а кто сказал, что это грех? Вот вокруг меня делают все вот так. Почему я тоже должен от чего-то воздерживаться? И, в общем-то, эти границы размываются, 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 если мы говорим об обществе. Но есть право у Бога назвать вещи своими именами. И потому Он грех называет грехом и проводит линию заповедью, линию безопасной территории. И когда человек начинает переступать эту линию, то он оказывается в зоне уже опасной, где есть минное поле, где есть опасности те, которые ты даже не подстерегаешь, они тебя как раз там поймают. Поэтому я сейчас буду называть и чуть-чуть пояснять 10 заповедей, чтобы вы могли для себя легче понять, имело это к вам отношение или нет. И таким образом запишите то, что к вам имело отношение. Не надо писать все, не надо, чтобы я под диктовку что-то писала, просто я буду пояснять по 10 заповедям, что это такое грех, связанный вот как с критерием, да, с таким отвесом строительным. Чтобы строить правильно стену, нужен этот отвес ровный. И вот этим отвесом для нас является Божье Слово. Поэтому первая заповедь, которая гласит «Я Господь Бог твой», да не будет у тебя иных богов. То есть это любое обращение к оккультному миру. Если оно когда-то было, то
то это имеет отношение к первой заповеди. Когда могли оккультный мир, все понятно, что это за слово. Колдунам, ворожеям, гадалкам, к астрологам, если обращать, к бабкам. Если когда-то обращались, чтобы узнать будущее, либо, может быть, чтобы что-то сделали, заговорили там, или обращались. Ну, короче говоря, вот к этой природе, то это имеет отношение. Кстати сказать, вот то, что сейчас как свидетельство говорила о комсомоле, это тоже имеет отношение к первой заповеди. То есть человек, который имел когда-то партбилет, он подписывал свою борьбу, позицию, активную позицию против Бога. Но это не значит, что он оставался вне Бога, а он становился под другую совершенно идеологию, которая тоже является религией. Потому что атеизм – это религия. Атеизм – это осознанная борьба против Бога, но поклонение другому Богу. Это поэтому здесь, в данном случае, не все это понимали, но суть оставалась такая. Поэтому если имели отношение к партии, то это тоже имеет здесь отношение. Если говорить о поклонении мамоне, допустим, да, когда человек поклоняется деньгам, поклоняется власти, это тоже поклонение другому Богу. То есть это тоже к первой заповеди имеет отношение. Когда человек чувствует там жадность, допустим, или еще что-то, что держит его, он под властью мамоны, под властью денег, то это тоже из этой области. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Следующая заповедь – «Не делай себе кумира и никакого изображения». В данном случае кумиром может быть любой человек, который в чем-то, может быть, преуспел больше, чем вы. Это могут быть кумиры музыкальные, это может быть кумиры политики, у кого какие, да? Но в любом случае это из области творения. Это может быть и не только, это еще могут быть идолы какие-то, поклонение каким-то изображениям, поклонение каким-то, может быть, своим хобби, когда люди готовы жизнь отдать за какие-то безделушки. То есть вот поклонение кому-то еще в виде кумира. Это из похожей первой заповеди, но все-таки оно другое. Это, наверное, Сергей Лоза. Да. Глаза мои. Так, следующее. Не произноси имени Господа Бога напрасно. Это третья заповедь, и с одной стороны она кажется простой, а с другой стороны практически все ее нарушали. Не произноси имени Господа напрасно. И вот давайте даже хотя бы на мгновение подумаем, вот как человек с атеистическим мышлением вдруг говорит: «О Господи, что это такое?» Или там, допустим, «Все не слава Богу». Вот вообще в лексиконе вроде бы человека этого слова «Бог», «Господь» вообще нет. Но вот в присказках будет. Почему? Потому что дьявол знает заповеди. И он подкидывает на всех углах, чтобы только человека втолкнуть еще в очередное нарушение. Поэтому если уже и взывать к Богу, то называть его имя осознанно, а не в присказках и не в каких-то, тем более, анекдотах. «Помни день субботний, чтобы чтить его» – это еще одна заповедь, которую много или практически все люди нарушают, но это вопрос нашей безопасности здоровья. Это вопрос наших ценностей, потому что чтить день субботний – это 1/7 недели, значит, один день от недели, принадлежащий Богу, когда мы все остальные дела можем отложить и быть вместе с Ним, на связи с Ним, в общении с Ним. И в то же время это время, когда мы отдаем не труду, не каким-то делам и суете, а отдаем это время для нашей души, для нашего духа. То есть общение с Богом, общение друг с другом на духовном основании. Это то, что делает нас безопасными. Если мы эти вещи пропускаем, то человек начинает ослабевать духовно, и тогда даже заработки, которые вроде бы в воскресный день думал, что будут больше, оказываются хуже и меньше для дырявого кошелька. Поэтому имейте в виду, вот эта заповедь четвертая, она не случайно здесь стоит. Пятая заповедь связана с почитанием отца и мать. «Да будет тебе благо, будешь долголетен на земле, почитай отца и мать». Это, друзья, вообще 10 заповедей, знаете, да? И говорят 4 и 6. 4 касающиеся Бога, 6 касающиеся человека и человека. На самом деле 5 и 5. 5 касающиеся Бога и 5 касающиеся человека и человека. Но 5-я, она связана и с Богом, и с человеком. Почитай отца и мать, это не только о физическом
родительском праве. Это еще и о Боге. Это еще и о церкви, потому что церковь для многих является матерью. То есть, когда человек рождается, он рождается от того, что где-то в церкви сохранялся светильник, сохранялась истина, и потому человек мог ее услышать и прийти и покаяться. То есть, таким образом, вот эта родительская составляющая на земле, она есть в виде не только отца и матери физического, но еще и в виде таких понятий, как Бог и церковь. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Поэтому, если какие-то есть негативные отношения к родителям, лучше их сейчас зафиксировать. Кстати, я все говорю, чтобы уже писали по ходу, да, вы не пропускаете. Если это вас касается, сразу записывайте. То есть, допустим, разрушенные отношения с отцом, или разрушенные там с матерью, либо вообще их отношений нет, надо написать. Сейчас подробностей не надо, просто хотя бы вот эти вот понятия. Потому что здесь необходимо совершить покаяние конкретно. Господь, прости меня, что эта заповедь нарушена. И поэтому я нуждаюсь в том, чтобы ты меня простил и очистил от последствий, потому что все имеет последствия. И, как правило, там, где есть разрушенные отношения с отцами, это разрушенные отношения со своей судьбой. Потому что тогда и самому не войти в отцовство. Потому что сначала сыновство, а потом отцовство. Если сыновства нет, то не будет и отцовства. Поэтому возвратить сыновство – это значит простить отца. Потому что таким образом я начинаю выстраивать полноценные отношения с небесным отцом, сознавая ценности духовного мира. Поэтому вот эта сфера, где вот у каждого есть свой опыт. Следующая заповедь – не убивай. С одной стороны, у нас в государстве это карается законом убийства, но с другой стороны, оно поддерживается законом, когда мы говорим об абортах. Это тоже убийство. Поэтому его также надо зафиксировать, если имели отношение к этому. Понятно, женщина может это помнить, не все мужчины знают, когда от них делали аборты женщины. Но подозревать могут, и в этом смысле покаяние надо тоже внести. Почему? Потому что это ударяет по мужественности, ударяет по детородным органам, когда идет аборт от этого мужчины. И первый страдает мужчина, как ни странно, после аборта, который совершается женщиной, потому что это уничтожается его семя. И, соответственно, удар идет в духовном мире на мужчину. И это важно покаянием отделить от себя. Поэтому, если вы знаете, что такое было, запишите. Если не знаете, но подозреваете, тоже лучше напишите и лучше в этом покаяться. Потому что дети, за которых родители каются, абортированные дети, они получают свободу, если так можно сказать, выход, потому что родители с ними в конечном итоге встретятся в вечности. И те, которые сейчас могут это осознать, покаяться, то потом имеется доступ к взаимоотношениям вечности. Не прелюбодействуй. Это все, что связано с неофициальными взаимоотношениями интимными. Я могу тут разделять блуд и прелюбодейство, там есть свои оттенки, но сейчас не будем это делать. В любом случае, нелегальные взаимоотношения мужчины и женщины, или женщины и женщины, сейчас уже всего есть, поэтому в любом случае это все, что связано с нечистотой на уровне сексуальных отношений. Кстати, в отношении «не убивай» тут может быть еще связано и с эмоциональным убийством, когда кто-то терял репутацию из-за того, что другой его опустил, оскорбил или там еще что-то сделал. То есть, если и такое было, это тоже убийство личности, убийство его, может быть, мечты, еще что-то. Если какие-то подобного рода вещи были, вы знаете, мне пришлось слышать очень много исповеданий в своей жизни. И когда на одном из энкаунтеров я слушала вот именно о таком уничтожении личности, морально, нравственно, вообще как на душевно-духовном, что ли, то это трудно даже себе представить, что такой человек может выдержать. А на самом деле люди не выдерживали, ломались и кончали жизнь самоубийством после такого унижения, которое кто-то осуществлял. И он знал об этом, что потом такие были последствия. И поэтому это косвенно, но человек участник убийства. Поэтому здесь надо эти вещи тоже просмотреть. И Бог вам сейчас, когда мы будем молиться, конечно, напомнит это. Не кради все, что берется чужое. И не только материальный мир, это тоже репутация, это тоже время, это имя, это все, что тебе не принадлежит. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Любая ложь в жизни, как правило, она бывает. У кого во благо, как говорится, у кого для того, чтобы как-то пройти, быть
незамеченным, но в любом случае ложь есть ложь, а у нее есть отец. Отец лжи – это дьявол. И когда он подкидывает свои идеи, то человек в них попадает и потом оказывается в болоте. И последнее. Не пожелай дома ближнего, жены ближнего, рабыни и так далее, вала, осла. То есть ничего из того, что тебе не принадлежит, не пожелай. Другими словами, зависть. Зависть. Имеет ли такое понятие, как зависть, к вам отношение? Зависть – это печаль от успеха ближнего. Когда ты не можешь порадоваться, что другой преуспевает, а наоборот у тебя это вызывает какие-то непонятные чувства, то это зависть. И это тоже природа, идущая не от Бога, а дающая этим корням гнилым проникать внутрь. Поэтому что мы сейчас делаем, друзья? Вы сейчас написали уже определенный перечень. А теперь я предлагаю вам вдоль этого перечня нарисовать крест. Или прям вот по этому всему, по всем этим надписям проведите крест. Большой, на всю страницу, крест. Как бы перечеркнем, да, все, что мы нарисовали, крестом. И в свободных местах, где только можно еще написать на строчках, напишите кровь. В разных местах, на всей этой страничке напишите кровь. Это то, что омывает, это то, что очищает, это то, что лишает врага права вам это предъявлять. И то, в чем вы честны, в чем вы открыты, там происходит очищение. Там, где человек думает, что я спрячу, никто не увидит, это останется с вами. Это остается как дьявольское основание претензию предъявить в конечном итоге. И потом сказать, ну я же каялся. Да, в чем покаялся, то прощено. А что ты скрываешь, что останется с тобой. Поэтому лучше эти вещи все поднять и всякой аргументацию врага его лишить. Поэтому напишите кровь, кровь, кровь. Что мы сейчас сделаем? Я предлагаю таким образом. Люди или ребята, которые из репцентра. Вы можете с Андреем и с Натальей помолиться уже там на месте, по этим вот списочкам, да? Просто сказать, я каюсь за это, каюсь за это, каюсь за это, индивидуально. Если что-то Бог вам еще напомнит, вы это сделаете, добавите. То есть ничего страшного, если ваш список пополнится. Это нормально, потому что Господь будет какие-то вещи напоминать. И таким образом молитва покаяния, которую вы делали уже у сцены, или делали еще как-то, здесь она примет предметность. Потому что я каюсь. Вот за это, я каюсь вот за это, я каюсь за это. Это как раз мы подходим к понятию достойного плода, когда я осознанно могу говорить, прости меня, Господь, вот тут я оскорблял, вот тут я брал чужое, вот тут я лишал свою жизнь здоровья, вот тут я вообще считал, что моя жизнь, она мне только и принадлежит. То есть вот таким, если, допустим, я по первой заповеди не сказал, что может быть такое понятие, как я Бог сам себе. Да, то есть я не поклоняюсь другим богам, но себе-то я поклоняюсь. И я всех остальных подчиню, чтобы поклонялись мне, потому что я начинаю семью свою доить для того, чтобы я сам мог удовлетворить свои запросы. То есть вот таким вот образом мы это сделаем. Из тех, кто не из репцентра, то я хотела бы вам предложить здесь эту молитву совершить. У нас есть несколько служителей здесь, которые могли с вами сегодня это сделать. Потому что там у нас уже время на это не будет, но хочется, чтобы каждый мог это сделать осознанно. И это небольшая молитва, не длинная, поэтому это не молитва исповедания с глубокими исцелениями, это мы делаем на энкаунтере. А здесь это просто такой вот важнейший шаг перед крещением. Потому что нам надо знать, что мы захораниваем. Нам надо понять, на что мы кладем крест, куда мы призываем кровь Христа. Поэтому давайте мы сейчас встанем, помолимся. Общие молитвы вы сейчас за мной повторите. А потом, соответственно, те, которые с Андреем, с Натальей, они отделяются, уходят, и мы понимаем, кто остается. И с остальными тогда помолятся уже. У нас есть несколько человек здесь, кто может с вами эту молитву совершить. Сейчас вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что только благость Твоя ведет человека к покаянию. И я нуждаюсь, чтобы Ты благословил меня осознанностью этого акта. Я хочу покаяться из глубины моего духа, из глубины моей души и моего сердца. Я прошу Тебя, освети мой разум, освети мою память и напомни все то, что мне надо похоронить, чтобы больше оно не смердело в моей жизни, чтобы дьявол больше не имел права
на это налагать свою руку. Во имя Иисуса Христа я хочу отделить от себя всякую нечистоту, всякую ложь, все дьявольские атрибуты. И я благословляю свой разум, я благословляю свою память, свое сознание, свое подсознание и свое бессознание достать из своей внутренности все то, что мне надо оставить, чтобы оно дальше со мной не отправилось. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь, что я могу сказать, я с грехом больше не хочу партнерствовать. И поэтому любой грех, беззаконие, проклятие, все болезни, всякое рабство, всякие зависимости, да будут они похоронены в момент крещения навсегда. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты знаешь, как это сделать прямо сейчас. И подготовить мою душу, мое сердце, мой дух, мой разум и мое тело к заключению завета с Царем Царей, с Господом моей жизни. Во имя Иисуса Христа я молилась к Тебе. И пусть ангелы Твои будут даны мне для совершения поприща на этой земле, в Твоей свободе и в Твоем полете. И помоги мне призывать имя Господне для полной свободы и спасения при любых ситуациях, где я еще только могу оказаться. Во имя Иисуса Христа. Аминь.